11 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано за минувшую неделю в Калмыкии. 21 человек получил травмы. Также есть одна погибшая женщина, 42-летняя пассажирка, которая находилась в автомобиле Hyundai Solaris, попавшего под колеса КамАЗа. При надзоре за дорожным движением отстранен от управления 21 водитель в состоянии опьянения и на основе информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации, вынесено более 5000 постановлений об административных правонарушениях.